Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и это прохождение игрушки Prey. Это вторая часть, я тут немножко побегал уже по кинотеатру. Сейчас нам нужно было найти фрагменты голоса какой-то девушки, которая залочила дверь с помощью своего голоса, и мы его должны были из этих отрывков синтезировать. И сейчас, в принципе, побежим, посмотрим, что из этого получится. Нашел я, кстати, много патронов, гранат. Все это я нашел, не помню, по-моему, не в жилом отсеке. О, где-то я его нашел, короче. И там же я нашел дробовик. И нашел я еще лазерный пулемет или лазерную пушку, короче. Да, это было уже в жилом отсеке. Такой, а-ля в кавычках, добрый дядюшка-повар, который попросил нас для него выполнить пару заданий, а потом он нас типа впустит к себе в убежище. Он нас впустил, сказал, у меня там есть куча классных вещей, куча патронов, оружия. Но оно все находилось в морозильной камере. Ага, так, а тут уже пидоросня всякая понабегала. Ух ты ж, блядь, не один. Давай мы, наверное, вот так сделаем. Оп, ребята, смотрите, что выйдет. Хуяк. И ресурсы посыпались. Этого мы попробуем. И замаслать, что ли. Они, получается, если вот так вот тупо серию в них впускать, короче, он нехило обездвиживается, у него начинает лететь от этого вот его... сука. Рад снова видеть вас, доктор. Обшивка. Но он взрывается. Так что надо быть поаккуратнее, потому что они взрываются. Простите. Так, медик. Диагностируем. Болезни и травм не обнаружено. Боюсь, от меня вам прока не будет. Разве что вас интересуют врачебные факты. Так. Так. И, кстати, вот с помощью вот этой вот поглощающей гранаты она разлаживает все, что находится вокруг нее, на минералы. Кстати, нехило минералов получается. Так, а тут все как обычно. У меня нет пропуска. И тут у меня нет кода. Если бы я умел превращаться в какую-то хрень, я бы сюда залез уже. Но так как я профукал все свои нейромоды... А не, у меня нейромодов 4. А ну давай, трансформация. Так, это что у нас? Фантомный сдвиг. Быстро перемещаться на расстояние. Мимикрия. Форму объекта. 2 единицы пси в секунду. А давай возьмем, чего нет, кстати. Необходимую форму объекта рядом. Давай возьмем. Наклепал я уже этих нейромодов кучу. Но провтыкал не так, надо было мне чуть развиваться, конечно. Но бывает. Бывает. О, как раз то, что мне надо. Аутопсия. Так, а это что такое? Психотроника. Позволяет обновлять 2 дополнительных чипа. О, это хорошо. Ох, сейчас я откинусь, да. Ну, приход. Ты не тот, кем они тебя считают. А ну, сражается с ними, как с инфекцией. О, хорошо. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Что-нибудь напоминает? По твоим словам, это как выйти из своего... Давай попробуем. Мадафака. А, блядь! Куда, сука? Ух ты ж, бляха. Так.
рукой сдвинуть стул, не касаясь его. Я похолодел. Какие возможности? Ёбаный! Ты что такое? Голова болит все сильнее. Будто кто-то вкрасится. О, блядь! Блядь, нахер! Амью, крики все громче и ближе. Мне кажется, это крики из бур. Где там моя пушка? Вот, колочен нот. Крики людей с земли. Уеть. Словно вой зверя. Охуеть. Что это, блядь? Иди в жопу. Оно, я так понял, превратит его, по-моему... Ох ты ж, блядь. В растение. Ну или... Что-то типа. А мы пока перезарядимся, поменяем дислокацию. А, это кошмар. Все, я понял. Я же его был просканировал. Точно. Ну давай, 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 давай. Фух. Хорош. А какого это хера на меня охотился кошмар? Ию. Сука, твою мать. Ой, блять, это этот электрический хуй. Электрофантом, сука. Добрый день, Даллас. Но я могу сделать вот так вот, будет наносить своему критический урон. Но я не додумался до этого, но как обычно. Так, что есть у тебя? Так, давай подколемся, друг мой любезный. Давай сделаем пистолет. Емкость магазина. Давай емкость магазина прокачаем. Ага, мне не хватает еще, да? Эффект дальности тоже. Меткость. Меткость надо по-любому. Надо по-любому меткость. И. Конечно же, дробовик. Очень полезное оружие. На ютубе смотрел много прохождений. Многие говорили, что дробаш это именно да. То, что тебе надо там в любой безвыходной ситуации. Ну, грубо говоря. Что он, конечно, на ближнюю дистанцию. Ну, если я так понял, если неплохо улучшить пистолет, обычно этот пистолет, который у нас с глушителем есть, да, то с помощью него можно вытворять такие там бесоебить, короче, с крутыми вещами. На него бы прицел еще X8. Почему нельзя гаечный ключ мой улучшать? Я хотел бы улучшить гаечный ключ. Добро пожаловать. Как мне превращаться в какую-то херь? Ага. Ай, ёптую. Хорошо, теперь я хочу найти какой-то маленький... Мать его... Сука, предмет. Ты ж, блядь, да смотри, сколько ребяток, а? А я ж, по идее, могу в него, наверное. Нет. Не могу. А так хотелось. Блин. Блин, блин, блин. Ой! Ой-ой-ой-ой. Надо же эту херь запечатать. Сука, у меня запчастей нема. Эх-эх-эх-эх-эх, починить тоже турельки. Хуй, да? А... Это я что-то не понял. А какого хера они уже... враждебные стали? Мне вот это интересно.
Это тут этот телепат, сука, где-то. Да, у вас назначен сеанс. Да не назначен у меня сеанс, не мешай. Хи-хи-хи, блять, в что бы превратиться? Этот ящик туда не влезет. Нету кружки никакой даже, да? Опа! Хе. Тупая была идея, короче. Так, надо эту хуйню запечатать. Запечатал. Вот срать господня. Я помню, как только игру начинал, я умудрялся и от мимиков пизды получать. Ну, потому что дебил. Так. Ну, погнали к голосовому замку. Будем... Сука твою, налево, а. Будем голосовать. Давай мы тебе сделаем. Конь с яйцами, сука. Пекёт, пекёт. Не хочу я тут больше шароёбиться. Вот этих скоплениях энергии. Тут много монстров. Так. Что ты нам скажешь на сей раз? Тут мы были. Требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Перспектива. Доктрина. Энтропия. Спекуляция. Перспектива. Доктрина. Энтропия. Спекуляция. Вот для чего мы это делали. Круто, да? Ну, это не совсем то, на что я рассчитывал, конечно. Я думал, там голосок поприятнее будет. Потому что в оригинале ее голос поприятнее звучит. Ну. Я не думаю, что на этом нужно заморачиваться сильно. Нужно заморачиваться сильно, я думаю, на том, что нас ждет за этой дверью. А если я встречал уже такие... Херни здоровые, какие на меня охотились, то думаю... Перехват управления на уровне директора. Замки блокированы. Нет предела беспределу. Извини, Морган, но мне придется тебя запереть. Когда я уничтожил твой ключ, то уберег тебя от страшной ошибки. Поздно прятать голову в песок. Мы выбрали свой путь. В хранилище данных ты будешь в безопасности. Пошел в сраку. Когда все будет готово. Встретимся в моем кабинете. Ага, так, 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 это надеюсь, хранилище данных. Я на твоей стороне. Ты просто не в себе. Это какой у нас? Оператор. О, инженер-оператор. В вашем костюме течь. Я установлю заплатку. Работа выполнена. Сыпусы. Так, сюда мы залезем, стопудняк. Там находится диск с чертежом ключа активатора. А я пока постараюсь найти выход. Нихера себе. Бля, где эта херь? Не знаю, где она. И не знаю.